Здравствуйте, друзья! Мы с вами движемся по ночному, можно сказать, поздновечернему хайвею, сейчас около 9 вечера, в направлении международного аэропорта Сан-Франциско. У нас приезжает очень интересный персонаж, вы еще с ним познакомитесь, а пока что вот нас в автомобиле 4 человека. Это я, ваш бессменный голос Силиконовой долины, это Наташа, подай голос. Это я, мальчики и девочки, здравствуйте всем. Да, Наталья Квик, она же тестер будущего. Потому что она еще не тестер, но в будущем будет. Конечно. Да. И с нами будущие румейты молодого человека, который приезжает. Румейты, ну представляйтесь, справа налево. А меня зовут Дмитрий, так. Я из Краснодара. Я тоже будущий тестер. Вы приехали буквально тоже день назад, да? Я прилетел в Нью-Йорк полтора месяца назад, так. Я получал там документы, меня встретили, вот, походил там как турист, посмотрел. Но вы грин-карту выиграли? Да, так. Да, я приехал по грин-карте. Лет сколько вам? 31. Профессия? Профессия, я специалист по сервису и туризму. Понимаю. Так вы у нас вот тут в Кремниевой долине, когда появились? Вчера. Вчера. Вчера, да. Вот вчера вечером, значит, Анна... Наш бессменный тоже иммигранта-водитель, значит, встречала его. Встретила, да, отвезла, все хорошо. Так, теперь, значит, это у нас Дмитрий. Так, дальше у нас теперь второй румейт. Игорь. Значит, да, я одессит из Лос-Анджелеса. Так вы давно из Лос-Анджелеса? В смысле, в Лос-Анджелесе давно? В Лос-Анджелесе год. В Лос-Анджелесе год. Да. До этого в Одессе? До этого в Одессе, да. Профессия, образование, возраст? Экономист, юрист еще тоже, 25 лет. Да когда же вы успели столько профессий-то? Но вы бабло какое-нибудь рубили или так, по мелочи? По мелочи, в основном. По мелочи. Как повезет. То есть, как сказать, Бог уберег от больших заработков и больших рисков. Хорошо. Значит, надо сказать, что наш гость, ваш третий румейт, он будет... На самом деле что-то среднее, он между Одессой и Краснодаром такой треугольник создаст. Он из города Керчь. А, да, да, да. Вот. Так что такой тоже юг, можно сказать. Черное море. Черное море, да. Вы все практически черноморцы, потому что Краснодарский край тоже, конечно, выходит на Черное море в районе Сочи, правильно? Туапсе, Сочи, Бухта Инал, Геленджик, да. В общем, короче, у нас тут все черноморцы. Давайте-ка вот что, черноморцы. Вы вообще откуда, давайте, про нас знаете? Вот, Дмитрий, вы откуда знаете? Как вы к нам попали вообще? Я к вам попал... Я вас первый раз увидел на Ютубе. Как я попал на ваш канал, я вам точно не скажу. Давно было, да? Давно первый раз увидел? Да, уже, наверное, года как полтора. Но не было такого ощущения, что с такой рожей не может быть приличный человек, наверное, врет? Нет. Не было. Не было такого? Нет. А у вас, интересно, на самом деле, очень-очень позитивное лицо. Ну, поэтому, так, ну некоторые так говорят. Расположили сразу. Некоторые так правда говорят. Вот, да. Вот, смотрел. Очень интересно. Что еще очень понравилось, то, что нет политики. Вот, очень долго уже ведете свой канал и без всякой политики. Ну, мне иногда приходится пару слов сказать, потому что иногда просто нельзя не сказать, но уже совсем... Было бы неприлично не сказать. Ну, как бы да, мы не ради этого. Там без нас хватает политики. Совершенно верно. Значит, такой вопрос. Да, значит, что у нас там с Одессой? Вы про нас как узнали? Тоже с Ютуба, как ни странно. Вот Балашова видел ваше выступление. Постойте, вот недавно совсем? Да, да, да. Так вы Балашова смотрите? Да, конечно. Так, как интересно. А я его и не смотрел никогда. Но так вот сказал пару слов. Смотрите, друзья, что происходит. Вот так сидит человек в Лос-Анджелесе, смотрит Балашова из Киева. И появляется, да? Портнов. И потом, да, и там я что-то так... Слушайте, а у вас не было ощущения, странный какой-то мужчина? Нет, вот как-то сразу какое-то доверие появилось. Ничего. Да, но а он еще так провоцировал, может, он искренне, я даже не знаю. Балашов, он говорит, сколько стоит услуга, значит, там, по выйти замуж за грин-карту, да, значит? Правда, да? Да, да. Я говорю, ты че, говорю, пацан, это же уголовное дело. Вот. Вот. Но он очень прямой.
Ну, я не знаю, может быть, он подкалывал. Я не думаю, что взрослый человек, серьезный он предприниматель, что он мог так вот... Мы все знаем, что такое Green Card Marriage, да, это же как бы кино на этот счет есть хорошее. Вот, как-то понятно, что так нельзя. Сколько народ за это депортировало, мама родная. Да, ну хорошо. Так вы год в Лос-Анджелесе что делали вообще? Учился немножко, работал. Ну, работал кем? Честно говоря, разные работы. Где получилось, там работал, вот так вот. Ну хорошо, вы меня увидели. Союз печать. Вот я сказал, молодец, мой союз печать. Мы союз печать вернули в массы. Значит, вы посмотрели, увидели человека, думаете, симпатичный мужчина, что-то такое бормочет, не поймешь чего. Вот как вы к тестированию-то пришли, я не понял. Вы же не знали про тестирование? У меня товарищ в Одессе, вот он как раз тестировщик. Вот, и я по его опыту, по его впечатлениям понял, что это мне близко. Подождите, а он вам сказал что-то? Нет, я просто с ним советовался, его впечатление о работе и... Уже посмотрев это видео, вы с ним посоветовались? Да, да. Угу. Ну хорошо, так давайте так, вот вы в Лос-Анджелес вернетесь после курса или хотите туда остаться? Я вот еще думаю, где мне больше понравится. Я бы сказал вам, и я бы сказал всем тем ребятам, которые нас слушают и думают о том, что может быть они к нам приедут, вот так на фулл-тайм поучиться и так далее, я бы очень советовал им всем ориентироваться на то, что они здесь побудут, практику пройдут и поедут домой и обратно там работу искать, потому что сегодня за пределами Кремниевой долины соотношение позиций открытых и людей на порядок более выгодное для тех, кто ищет работу за пределами Кремниевой долины. Здесь тоже как бы люди работают и все такое, но все-таки одна наша школа 500 человек в год выбрасывает. Это не шутка. Допустим, в Лос-Анджелесе у нас в основном наши ребята из онлайнового класса. Ну хорошо, ну 10 человек в год. Ну 10. Понимаете, ну не 500 же. Поэтому так вот я смотрю. Кстати, у меня группа сейчас идет. Вот я хочу вам рассказать про Лос-Анджелес. Идет группа, и там паренек, Денис его зовут. Он пишет это после 13 урока из 20. Он находит работу, при том, что начал он искать раньше. Где-то, может, после 10-го. То есть ровно в середине курса он начинает искать работу. И после 13-го урока, то есть через 2 недели, он пишет: вот попал в сложную ситуацию. Значит, у меня 2 оффера. Значит, первое интервью. Это надо зачитать вообще прямо с оригинала, потому что оно очень. Да, Наташа, видела? Да. Оно очень смешное. Он говорит: первое интервью было часто. Проблема у него. Разговаривал с менеджером, говорит он. И в основном я его спрашивал, потому что видел, что ему хочется поговорить. Значит, и тот ему, значит, предложил работу $35 в час. И это в Голливуде, в Диснейленде. Второй, значит, оффер у него был там еще где-то, но там было 40 минут езды от дома, а здесь, значит, 15 минут. И кроме того, там какая-то была позиция такая, где он не видел перспектив роста. Поэтому мы с ним сговорились, что он пойдет вот туда. Я просто рассказываю, понимаете, человек 2 недели был на рынке. 2 недели. 35 лет парню. Он не компьютерщик, он вообще график-дизайнер. То есть он как бы такой художественный человек. Но компьютерно художественный. 35 лет парню. И вот он, значит, но судя по тому, как он сказал, что он увидел, что тот хочет поговорить, да, то есть он жизнь понимает, он людей понимает. 2 интервью, 2 оффера. Ребят, даже если был один, за 2 недели 2 интервью, 2 оффера. Поэтому и так всюду, так в Чикаго, так в Нью-Йорке, так в Нью-Джерси, так в, так, не знаю, Майами. Поэтому я бы сказал так, не рвитесь в Кремниевую долину, если уж особо вам там не приспичило и что-то такое. Не создавайте себе лишних проблем, я бы так сказал. Но, конечно, если кто-то хочет остаться, у нас вот этот фулл-тайм класс, вот ваш, да? Да. Вот ребята оба из фулл-тайм класса. Так, я когда их спросил, кто хочет обратно, там 20% хочет обратно. Остальные все хотят сюда. Вот, поэтому такой, значит, разговор. Ребят, вот вы скажите, значит, я понимаю, что у нас Дмитрий, он только первый раз сегодня на уроке был, да? Да. Вы приехали в выходные, сегодня были первый день на уроке, я понимаю, что это уже был 4-й урок, может быть, вы не сразу врубились, но вот одесская фракция, значит, вы все 4 урока посетили? Да, конечно. Первые 4 урока, первый вел я, так, развлекал. Я вас зажег как-то или... Конечно, вдохновили очень. Было, да? Сразу, хорошо. Сразу дело. Хорошо. Вдохновение не прошло между 1-м уроком и 4-м? Нет. Задание делали? Нет, не было? Нет, так? Держится.
держится хорошо. В целом, ваша группа такая заводная, ударная или полусонные сидят? Как они? Очень целеустремленная такая вот, мне кажется. Знакомство заводите на месте? Да, постепенно. Там больше мальчиков у вас, я смотрю. Ну что же, хорошо. Мне на самом деле ваша группа нравится, и практически все преподаватели, вообще все, кто с вами работает, все говорят, ну такая группа вообще. То есть им нравится драйв такой у вас есть. Бывает сонненький народ, а у вас такой хорошо. Вы много друзей себе заведете, вот я хочу сказать, это очень важно. Очень важно еще пока студент ни с кем не поссорится. Потому что потом это вы будете работу, через них там вам позвонят, скажут, приезжай туда, приезжай сюда. Хорошо. А Наташин канал вы смотрите? Нет еще. Как нет? Ну вот вы вошли в школьный офис. Вы узнали Наталью? Да. По вашему каналу. По вашему каналу. Потому что она у нас тут выступала. Да. Так. Но вы сопереживаете? Вы говорите, Наташа, а там сделаем Флориду или как? Там все получится, конечно. Да. Я в этом даже и не сомневаюсь. Спасибо. Потому что, если взялся Портнов, то я думаю, он направит правильно. Вашими бы устали. Портновым ничего не страшно. Вот-вот. Да, друзья, вы это как бы перебираете немножко. Дело в том, что вот могу на иконе, я, конечно, не верующий, тем более не православный, но вот на чем есть, вот могу вам, значит, там, святой истинный крест, что человек, который ищет работу, не может ее не найти. Успех его определяется не фактом нахождения работы, а тем количеством времени, которое у него заняло ее найти. Если он уперся в какую-то ерунду и так и все через задницу делает, и там у него не так, и здесь у него не так, и у него просто дольше займет. Он может быть не техническим каким-то, у него тоже дольше займет. Но если он, я даже не говорю, сидит и учится, но если он просто вышел на рынок, он ходит со своим резюме. У нас вот девочка сегодня, София, пристроила на платную практику. По-моему, даже это работа. Это работа на 60 тысяч. То есть они пришли, как бы практикантов берут, но берут уже на нормальные деньги. И эта девочка, индусочка, она прошла 12 интервью, ее нигде не брали. 12 интервью, мама родная. С 12 интервью можно там было 8 офферов получить. У нас каждый третий получает работу с одного интервью. Понимаете? С одного, каждый третий. Больше 5, это я не знаю, кем надо быть. Там больше 10. Я просто чему рассказываю. Но и когда человек говорит, я иду, и я иду, и я иду, и он еще между этими интервью, он спрашивает себя, а что меня там спросили? Что это было за слово такое? Пошел в Википедию, посмотрел. Понимаешь? Там, а это что за слово было? Пошел вопрос, почитал. И все. То есть, конечно, когда мы в классе проходим, мы говорим, вот в чем разница между тестированием там веб-приложения и мобильных приложений. И когда мы в классе это разбираем, то проходит мимо ушей. Но когда ты пойдешь на интервью, и тебя там спросят, так ты уже придешь, ты уже сядешь, и таки однажды уже выучишь. Понимаете? Кто же учит от того, что ему в классе сказали? Учит-то тогда, когда уже на грабли наступил, когда в лоб бабах оглоблей. И он говорит, ты смотри, говорит, какая полезная информация. И, ну, это правда, это жизнь. Я, как бы сказать, я тоже идеалист, понимаете, в мечтах. И я думаю, эх, вот тебе тут подстелили, вот тебе все вопросы выдали, вот тебе все ответы были. Ну, выучи уже, твою мать, но не действует. Но вот когда на интервью пошел и спросили, думает, таки да. Поэтому, ну, невозможно не найти работу, если ты ее ищешь. Провалиться может только тот, кто никогда не искал. Или там он, ну, знаете, как бывает, там по троим друзьям там резюме раздал, и на этом все закончилось. А дальше, говорит, работы нет. Так что, Наталья. Что? Мы с тобой. Да, я с вами. Знаешь что, вот это у нас есть майка, которая написана, как там написано? Союз печать. Союз печать, no. А надо сделать майку, на которой написать Наталья Quick Yes. Как ты смотришь? Смотрю очень даже хорошо. Вот, и ты будешь эту майку раздавать тем, кто пишет хорошие комментарии. О-о. Нет? Майк-то как придется много закупать. Комментариев-то много хороших. У тебя канал в этом смысле удивительный. Да. Ну, что делать? Ну, вообще, да, можно какую-нибудь маечку придумать. Не Наталья Quick Yes, да, нет. А что-нибудь такое
Вот может мне кто-нибудь. А ты будешь вести репортажи с, как бы сказать, с того места работы, куда тебя возьмут? Конечно, я буду рассказывать, как я ищу, как я проходила интервью. Только ты имей в виду, что в корпоративных офисах снимать нельзя. Нет, что... я не буду в офисах снимать, я буду в туалете, снимать можешь офис. В туалете, пойдешь я в туалет. Я буду звонить тебе носик и сказать: Миша, я работу нашла, и мы с тобой будем делать телемост через Знаешь, ты помнишь, был такой фильм? И как... я буду в фуражке в твоей. Слушай, как мужик бежит там по Смольному с чайником, кричит: я Ленина видел. Видел? Ну, нет. Как? Фильм старый был. А, фильм, да, я думал, был такой старый, старый, говорит: я Ленина видел. Был такой анекдот, как это самое, Ленин идет с чайником по Смольному. И смотрит вдруг в зеркало, смотрит и говорит: и с чайником бежит, налетает на Дзержинского. Тот говорит: Владимир, что случилось? Он говорит: Феликс Эдмонд, я Ленина видел. Вот, так что, Наталья, ты вот так будешь кричать: там я тестером стала. Не верь глазам своим. Ну да. Вот. Ну что, друзья, посветлело. Вот я хочу сказать, у нас тут... У нас посветлело. Так. Вроде бы нормально стоим, правда? Полоса хорошая. Смотри, как ярко сегодня здесь. Ярко, потому что и международный аэропорт. А не было такого яркого здесь раньше. Ну, так это же человек из Керчи. Да, это же просто так, что ли. Вот, мы сейчас... Мы всегда становимся на крыше этого дела. Поэтому я еду в самую левую полосочку. Кнопочку будем нажимать? Какую? Кнопочку на этом, на багажнике. А как же? У нас же, у нас же моряк. Ты что, торгового флота? Супер. Да он весь мир объездил. Мы сейчас, он нам сейчас все расскажет. Так, закрыли. Так, мы подъезжаем. Видишь, нас приветствует, покачивается. Говорит: привет, привет. Мы говорим: привет. Нажимаем кнопочку. Получаем билетик, выдергиваем, и шлагбаум открывается. Открывается шлагбаум в новую жизнь. Движется наш иммигрантомобиль, он же иммигрантовоз, он же блогера-сборник. Собрали блогеров. Слушай, у нас компания United, правильно я говорю? United Airlines.